закладывает. Сейчас я, к сожалению, ой, как я не могу. Он взял совсем уже это. Казань, ну, брал черенки, привил на сливу. Помните, я говорил, нежелательно на сливу. Что мы видим? Теперь ему расскажи, он не может вспомнить, какие номера были этих. То ли сеянцев Амура, то ли этого. Ну, это вот он, сеянец Амура, видно. Да. Прививка. Вот еще прививка. На сливу. Вот еще прививка. Да, это плебеи, но он их привил. Они теперь у него вечные будут. Почему? Потому что у него теперь свой семенной материал есть. Есть. Согласны? Вот. Далее этот самый. Ну, пусть они простые. Но у него уже абрикосы. Следующий этап-то не за горами. Ну, взял и привил на сливу. И заказал-то у меня плебеев, не эти, не королевский, не академик, не Курдюмов. О! Ну, разве нельзя им восхищаться? Вот и Казань мы покорили. Взятие Казани, помните? Картина есть такая знаменитая, взятие Казани. Вот теперь наша картина. Я всегда говорю, если женщина мне вот такое присылает, я готов зацеловать до смерти. Если такое, как Виктор Казань, я готов задушить в дружеских объятиях. Задушить. Здорово. Спасибо, Виктор. Вот.